Микроэлементы, калий, кальций. Витамины. Че? Соли тяжелых металлов. Какой запах. Доги! Паникуем по-научному. Сели! Бежим. Ладно, уже поздно. Слушай задание. Никаких хлебных крошек. Никаких крошек. Все, конечно. Задание на сегодня. Каждый находит и жрет насекомое. Жрем все. Завтра переход на следующий уровень. Жрем кота. Кота? Кота. Все понятно. Байт, не надо было меня провожать. Я не маленькая. Да, я маленький. Мне одному страшно. Завтра плюс 15:07 у фонтана. Я буду ждать. Тебе чего? Тебе чего? Луч солнца золотого, какая... Какая прекрасная ночь, Хвост. Где приятнейшая дочка? На-на-на-на-на-на. Чем ты таким воздух наполнил? Чем это он наполнил? И пара-папам, Хвост, я, кажется, влюбился. Чего? Влюбился? Зачем? Я не знаю. Оно и видно. Повелся на удочку этой плаксы. Дудья! Дудья же! Теперь с тобой все понятно. Вон его можешь отдать мне на сохранение. Иди себе, люби. Когда надоест, приходи. Вот тут она будет лежать, твоя годушка. Хвост, дружище, ты ничего не понимаешь. Я-то как раз все понимаю. Скажи честно, вы усиками друг друга касались? Мы? Нет. Понятно. Ты избрал неведанный путь. Где умряться должен не ты, а она. Где ты должен за ней бегать, а она пусть побегает за тобой. А можно одновременно? Это как? Ну как? Ну вот смотри, например. Я влюблен в нее, она в меня. Так путаница получается. Почему? Да, сразу показать, кто здесь главный. Когда у тебя свидание? Завтра. В чем ты пойдешь? Я не знаю. Улыбнусь и пойду. Ты просто сошел с ума. Кто так сейчас ходит? А что? А на чем ты ее повезешь? Мы пойдем пешком, Хвост. Мы пойдем просто пешком. Это ты называешь любовью. Ты должен ее подозить. Двухместный кабриолет с радиоуправлением. Чем ты будешь ее угощать? Угощать. Чем ее угощать, Хвост? Ты что, дурной? Она не ест, она плачет. Любая женщина плачет. Пока иди, дашь пожрать. Снимай все. Хороший парень. Все? Ты что, сдурел? Все. Пойдем посмотрим, что там у меня есть. Ладно. А потом так ударили слева, что у меня вот с правой стороны теперь голова вообще ни о чем не думает. Ой. Дашу, ну как?
Это вы так рады меня видеть, да? Это мудрость. Как сказать? Ну, просто дело в том, что... Вы что, ненормальные, да? Байт влюбился. Влюбился? У меня из-за тебя боль прошла. Смотри, вообще ничего не чувствую. Пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Куда? Я разработал план действий. Зачем? Я много прочитал про любовь и все-все-все про нее знаю. Завтра у тебя первое свидание. И оно должно пройти на высоте. Где? На высоте. Ну, это имманентная категория. Бай, ну, пойдем, пойдем. Остальные свидания могут быть какими угодно, даже провальными. Угу. Но первое свидание, первое, должно запомниться. Ну да. Байт, я решил тебе доверить. Угу. И одновременно тебе проверить самое главное создание в своей жизни. Чего? Трансцендентатор B56D08. Он помогает перемещаться силой мысли. Чего? А колес тут зачем? Так это автомобиль? Сила мысли. Захотел, поехал. Фак. У меня вопрос. Вот это... Тадабаса... Трансцендентатор. B56D08. Вот это B56D08. Что значит вообще? Это чтобы не запутаться. А, понятно. Так я на этом поеду? Строго говоря, да. Ага. А вот это зачем? Это я сам еще не понял. Вот ты и проверишь. Красавчик. Вот план. Операция под кодовым названием «Прекрасный вечер БДО 86-05». 18:45. Ты, Байт, ждешь фонтан. В это же время к пункту назначения подходит девушка. Условное имя Лиза. Настоящая. Это она в жизни настоящая. А на время операции условное. Не разбираешься, так и помолчи. Ты, Хвост, производишь доставление средства доставки к фонтану. Да я смажу чего? Помолчи, Байт. Ты, получив трансцендентатор P56D08, сажаешь девушку вот сюда и едешь вот по этой траектории вокруг пруда к театру. В это время я уже давно стою у фонтана и выбрал монету. Что? Дэн изначально задействован в операции опосредованно и помогает выкатить искомую монету к билетному автомату, посредством которого производится акт натурального обмена, товар, деньги. Все понятно? А как мы в театр попадем? Это несущественно. А как мы через автомат купим билеты за 5 минут до спектакля? Вот, или разрабатывай свой план и молчу, не мешай. Молчу. К тому моменту, когда ты, Байт, подъезжаешь к театру, мы вручаем тебе билет, и ты вкупе с объектом любви, условно именуемым Ликой, торжественно проходите в зрительный зал. Ну как? А может, я просто встречусь с ней, и мы спокойно пройдем? Тогда можешь прощаться со всеми надеждами. Ладно, так и быть. А вы уже... прикасались усиками? Нет, еще. Бобруськ. Знаете что, я как-нибудь сам разберусь. Байт, я знаю о любви все. Все ресурсы интернета, все фильмы и все книги. Я прошел через всю эту информацию сам, без чьей-либо помощи. И вот что я тебе скажу. Не делай одних и тех же ошибок. Каждый раз делай разные ошибки. Я не понял, но я попробую. А, у меня вопрос. А где этот... Короче, машина где? Где? Прошу там... на выход. Вот. Первоопределяющим является то, что трансцендентатор B56D08 собран у меня вот тут. Воплощение вторично. А теперь спать. Уже рассвет. К вечеру ты должен выглядеть свежо и вальяжно. Я... как? Вальяжно. Потом покажу.